Мороз и солнце – день чудесный. И пока кто-то еще дремлет, на площади Куйбышева разбирают главную елку Самары. Ну что ж, теперь точно можно сказать – новогодние праздники закончились. Убрать елку высотой 22,5 метра – процесс не быстрый. Начинаются игрушек, гирлянды световых панно. После разберут металлическое основание. Рабочие уверяют, снять с елки 600 шаров – дело получаса. А вот на полный демонтаж уйдет несколько дней. Новогодние елки начинают исчезать из домов самарцев. Когда вы елку дома убираете? После крещения. 19 января. Очень долго не убираем. Примерно когда? Ну, до февраля точно. Завтра буду убирать или сегодня? После 22 января. А почему именно в это число? День рождения, потому что меня. У меня есть знакомая, которая убирала елку в этом году, с прошлого года. Чтобы окончательно попрощаться с праздниками, остается меньше недели. После новогодние световые украшения уберут с улиц Самары, и площадь Куйбышева снова приобретет свой обычный вид. Валерия Макарова, Константин Головин, «События».